привет! Вы смотрите молодежную программу «Следуй за нами». Алин, а почему ты постоянно сидишь в телефоне? Просто во всех соцсетях. Так интересно. И что же там интересного? Я, например, нигде не зарегистрирована. Мне кажется, что лучше с друзьями в кино сходить, чем ВКонтакте переписываться. Сонь, прежде чем мы начнем наш спор о пользе и вреде соцсетей, давай посмотрим наш следующий сюжет. Страница в социальной сети. Она есть практически у любого современного человека, особенно если говорить о молодежи. Но что же несут полезного в себе социальные сети и в чем же их минусы? Давайте с этим разберемся. Сегодня самые популярные сети – это, конечно, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. В современном мире трудно встретить человека, который не был бы зарегистрирован хотя бы в одной из них. Социальные сети в какой-то степени это плюс, а в какой-то минус, потому что кто сидит в социальных сетях? Это в основном подростки. Подростковый возраст – это на самом деле очень сложный возраст, это кризисный. Что они там ищут в этих социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке? Они ищут там одобрение, понимание, которого не хватает им от родителей. В первую очередь молодые люди регистрируются в соцсетях, чтобы иметь возможность круглосуточно общаться с друзьями. Действительно, это огромнейший плюс социальной сети. Обмениваться сообщениями неограниченными по размеру и содержанию информации, да еще и в разнообразном формате. От простых, всем привычных текстовых до фото, аудио и видео сообщений. Они общаются между собой, то есть это легкодоступность. Они могут общаться, не видя друг друга на расстоянии, даже бывая за пределами города или страны. Что мы можем отнести к минусам? Минусы – это зачастую непонимание собеседника. Найти интересующего тебя человека в социальной сети также не составит особого труда. Достаточно лишь знать самую основную информацию и воспользоваться поисковой системой. Правда, достоверность информации, к сожалению, далеко не всегда проверяется. Кроме этого, социальные сети – это отличное место для рекламы и продвижения услуг. Соцсети помогают мне искать информацию по работе, обмениваться документами с коллегами. Это очень удобно, не нужно ехать куда-то. Если из других городов коллеги есть, созваниваться по скайпу, по видеосвязи. Да, социальные сети открывают перед нами массу возможностей. Онлайн можно обмениваться информацией, делиться своими впечатлениями и событиями, красочными фотографиями и видео, наблюдать за жизнью других людей. Есть и обратная сторона медали – увлечение, которое иногда перерастает в зависимость. И тогда без помощи специалистов точно не обойтись. Зачастую молодежь в этом возрасте не понимают ценности времени. То есть они заходят туда и сидят буквально час-два, могут не отрываться даже от этих социальных сетей и теряют реальность свою. Социальные сети – это, безусловно, интересная и нужная в наше время среда коммуникации. Но не стоит забывать про реальную жизнь и живое общение. Умейте совмещать и расставлять приоритеты грамотно. Надежда Селезнева, Виктор Хибрин. Следуй за нами. Нам, как ведущим молодежной программы, очень приятно, что в нашем городе так много талантливой молодежи. Они и флешмобы интересные проводят, и конкурсы выигрывают. Да, Алин, полностью с тобой согласна. Поддерживает тебя и Мария Подмарева, которая специально для программы «Следуй за нами» встретилась с ребятами из коллектива «Каскад». Здравствуйте, с вами Мария Подмарева, и сегодня в нашей студии ребята из известного танцевального коллектива «Каскад». Ребят, давайте знакомиться. Света, Алиса и Никита. Очень приятно. Я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать, что в нашей студии сидят не просто ребята из одной команды, но еще и тройняшки, да, ребят? Да. Получается, вы все родились в одно время? В один день. В один день, в одно время, да? Кто из вас самый старший? Я. А потом? Потом я. Ну, я самый младший. Ты самый младший. Как так получилось, что у вас одно увлечение на троих? Я предложила пойти на танцы, то Никита и Света были не против. И когда я у них спросила, почему они так легко ответили, они сказали то, что на самом деле им тоже они очень сильно понравились. Ребята, расскажите, когда вы пришли в... Да, на первое занятие у вас сразу стало все получаться? И как было на последующих занятиях? Ну, когда я пришел на первое занятие, у меня вообще ничего не получалось. Я тянуться даже не умел. Но со временем все становилось лучше и лучше. И теперь я добился каких-то успехов.
А вы, девчонки? На первом занятии, когда я пришла, я все время хотела, чтобы вот, без ошибок пытаться, стараться. Я очень сильно старалась, но у меня все равно на первом занятии были какие-то ошибки. Я их сразу запоминала и пыталась исправить. А также я очень сильно, вот, когда мы тянулись, у меня что-то не получалось. Я очень сильно старалась. Я так. На первом занятии, когда мы пришли, мне было очень волнительно, то, что если он нам будет показывать станцию, а мы не знаем, как это делать, а если мы ногу не так поднимем, а если, я не знаю, колено скривим. С растяжкой у меня тоже что-то не получалось, но сейчас все отлично. Вы сами выбрали пойти именно в танцы? Или, может быть, за вас решили родители? Не жалеете вы, что связали свою судьбу именно с каскадом? На самом деле, я как бы даже не подозревал то, что буду ходить на танцы. А сейчас пошли на танцы девочки, и родители сказали, чтобы я тоже туда ходил. И они мне понравились. А вы? Нам Света, и мы с ней так сговорились. Пойдем. Да. Что-то у меня делать. Пошушукались и решили. Да. Пошли сразу, правильно? Да. Все вместе на первое занятие. То есть сейчас вы не жалеете о том, что столь долгое время занимаетесь танцами? Да, мы вообще ни о чем не жалеем. Ведь мы теперь не стесняемся многого говорить перед людьми. У нас уже хорошее здоровье из-за подвижного образа жизни, растяжки и того прочего. Как часто вы занимаетесь? Мы занимаемся 3 раза в неделю по 1.5 часа. У вас получается... свободное время остается хоть? Да. А свободное время чем занимаетесь? С Алисой мы еще ходим уже 2-й год на вокал, тоже в дюц. Тоже в дюц. Никит, а ты? Кроме танцев я ничем не занимаюсь, но увлекаюсь боксом. Ребят, в вашей группе какие существуют направления? У нас направления разные, у нас идет смесь всех танцев, то есть в одном танце могут преобладать сразу несколько направлений. Народные, там. Сложно запоминать все движения? Вначале было трудно, мы смотрели, думали, как это делать. Сначала не получалось, а теперь уже со временем приобрелся навык, и все получается. Что вы посоветовали тем ребятам, которые пришли, как вы, да, на пробное занятие, стали заниматься, у них вдруг стало что-то не получаться? Что бы вы им посоветовали, продолжить или оставить танцы и, может быть, попробовать себя в другом? Лучше, конечно, продолжить. То есть, если у тебя что-то не получается, это значит то, что тебе нужно еще больше тренироваться, то есть нарабатывать свой навык. И когда-нибудь это тебе очень понравится, и ты не захочешь это бросить. Самое главное, из тебя никогда не отчаиваться. Надо идти к цели с радостью, чтобы надеяться, что ты справишься, у тебя все получится. Я тоже надеюсь, что у наших ребят все получится, и, возможно, очень скоро мы увидим их на каких-то очень крупных мероприятиях, например, танцы на ТНТ, может быть, в будущем. В этом году мы уже будем открывать чемпионат мира по футболу. Тогда это вдвойне здорово, я тогда тем более желаю вам удачи и буду смотреть вас по телевизору. Соня, а ты смотришь программу «Своя игра»? Конечно, это моя любимая передача. А ты знаешь, что у нас в Волгограде провели такой же турнир среди студентов? И получился он очень интересным. С удовольствием смотрим сюжет. Всего участникам предстояло ответить на 80 вопросов исключительно военной тематики. В основном задания касались Сталинградской битвы, Афганской войны и истории российской армии. Чтобы выиграть, ребята должны обладать огромным количеством знаний. Конечно, и не обойтись без специальной интеллектуальной подготовки. Сегодняшнее мероприятие было связано с различными историческими событиями,
нашей страны, с различными деталями истории, орденами, наградами, с героями Отечества. И были приглашены студенты высших учебных заведений и студенты профессиональных учебных заведений. Нам сказали, что это будет очень интересное мероприятие, посвященное истории войн. Вот, и мы с удовольствием сюда пришли поиграть. Поединок команд был очень напряженный. Многое на игре студенты узнали впервые. Очень интересно, очень многое узнала нового. Некоторые факты подтвердились в моей голове, некоторые появились новые. Игра действительно была напряженная. Какие-то вопросы заставили довольно глубоко копаться в своей памяти даже. И действительно, это бесспорно очень крутая игра. Честно старались готовиться, да, мы изучали литературу, но основное – это вот знания, которые были уже заложены, потому что мы изучали, в принципе, историю до этого, у нас как бы весь курс юридический, поэтому мы сюда сегодня пришли как бы отстоять свою честь. Все, что требовалось от ребят – знания, огромный багаж знаний и немного удачи. Всего в турнире приняло участие 8 команд. Правило игры заключается в том, чтобы все ответы давать честно, то есть не подглядывая в телефон или еще куда-то. Первой выступает команда, которая вытянет жребий. Они выступают, отвечают на вопросы, пока не дадут неверный ответ. Та команда, которая после них даст верный, продолжает игру. Правила игры были аналогичны с правилами телешоу «Своя игра». То есть были баллы, были различные секции, команда выбирала, данную секцию до конца разыгрывали и начисляли баллы, при неправильном ответе баллы снимались. Команда могла не отвечать на вопрос, при этом то есть баллы оставались на том балансе, который был до этого. Игра прошла на одном дыхании и полностью захватила внимание не только участников, но и зрителей. Дарина Житкова, Анатолий Чернышов специально для «Следуй за нами». Это была программа «Следуй за нами». Следующий выпуск уже совсем скоро.